Экспрессмен 3 стоят, так бы. Да? Тут это было, я стоп, а, прям. Ну. Угу. Просто там не было машины, я хотел вскочить. Понял. Здесь вот они под этими местами, вот они любят торчать. Они здесь уже ловят. Здесь у них уже есть фотография. Я специально резко ничего не делал. Не, я наоборот, я хочу научиться более плавно ездить, чтобы начать. Просто ты сел за руль, сколько у тебя было лет? 22. Два? А, ты рано сел за руль. Я рано сел за руль. 22, это рано? Ну, я сел 18, мне кажется, что лет в 30 ты сел. Нет, здрасте, 22 года. За 12 лет у меня машина. А, ну да. Время-то летит быстро. Ну да. Ну, я сел за руль в раннем возрасте. Я знаю, потому что у тебя была первая машина, я уже десяток поменял. Понятно. У меня было ощущение, что ты не такой уж крутой водитель. 12 лет уже?
понимаешь, они же на подсознание смотрят одно, а на подсознание другое. Просто погулять, наверное, действительно Мерседес более прилично, даже старый. Ну да. Молоденькую девочку 20 лет больше привлечен, чем новый там Honda. Но девушка, которая хочет с тобой провести свою жизнь, родить тебе детей и семью, она больше заинтересована будет в парне, у которого минивэн или джип, куда посадить детей, нежели в местной какой-нибудь спортивной машине. Ну, оно как бы правильно, но я думаю, что они уже, скажем так, они уже так не думают. Но подсознание... Что объяснять, если девочка просто думает с тобой погулять, поспать, чтобы подружкам завидно, она бы хотела бы... Она хочет мальчика, у которого... Кабриолет. Алло. Привет. Прекрасно. Своими делами. Вот своими делами и занимаюсь. Папа, я занят сейчас. Что ты хотел? Я к вам вечером приду, пообщаюсь. Хорошо, ладно, пап, все.